Значит, надо понимать, как работает память. И это, по сути дела, принцип Лего. Потому что наши кортикальные колонки, которые я вам показывал уже, они запрограммированы помнить какие-то элементы. И всякий раз, когда у вас возникает потребность что-то вспомнить, вы собираете это воспоминание из подходящих к вопросу кортикальных колонок. Если я вас попрошу вспомнить последнее съеденное вами яблоко, вы не вспомните то самое яблоко. Вы соберете, вы знаете, что у вас есть кортикальные колонки, отвечающие за зеленое, за красное, за желтое, за сладкое, за кислое и так далее. И вы из этих элементов соберете яблоко, которое, как вам кажется, вы ели в прошлый раз. На самом деле это не так. Мы не храним информацию о всех яблоках, которые мы съели.